В Крыму состоялся 12-й хип-хоп-фестиваль «Ялта Саммер Джем». Это традиционное ежегодное мероприятие для любителей уличных танцев. Зрителем мог стать каждый. Участники выступали на главной площади Ялтинской набережной. Собрались лучшие исполнители поппинга, локинга, брейкинга, футворка, вакинга и других стилей. В программе фестиваля – танцевальные батлы, мастер-классы, вечеринки, выступления диджеев, концерты популярных хип-хоп и фанк-групп. Смотри контесты в записи в группе фестиваля «Ялта Саммер Джем» ВКонтакте.